Она может не только ходить по воде, с легкостью передвигается по снежной и ледяной поверхности. Аэролодку «Север» в этом сезоне спустили на воду первой. Днище защищено броней, за обстановкой вокруг следят камеры и современная навигационная система. Сегодня прошел смотр судов и экипажей инспекции по маломерным судам. Акватория большая, работа предстоит серьезная, подходы должны меняться. Выходя в рейд в населенном пункте, инспектор, кроме как проверяет суда и правила поведения там людей на водных объектах, проводит профилактику в населенных пунктах. Вот это вот новое введение вводим, я думаю, что оно тоже подействует. Огнетушитель, аптечка, набор ключей для ремонта, спас-жилеты. Во время осмотра проверили техническое состояние и укомплектованность патрульных судов. Претензий нет, к работе в период летней навигации инспекторы и техника готовы. Спасательные жилеты нового образца уже, видите, они никак. Вон те, например, это уже резиновые, такие одеваются. Если в воду упал, он может сам и надуться. Срабатывает сигнал. С этого года у инспекторов ГИМС появятся вот такие видеорегистраторы. Видели, наверное, как у сотрудников ГИБДД? Потому что зачастую нарушители на воде тоже юлят, говорят неправду, пытаются соврать. А эта запись, если что, в суде послужит доказательством. Флот ГИМС готов выйти на дежурство. Первые рейды начнутся в самое ближайшее время. Поэтому судовладельцам лучше заранее пройти освидетельствование, регистрацию, технический осмотр и вспомнить правила безопасности. Так спокойнее. Как только патрульный катер выходит с Рихарда, первого оштрафовал там, допустим, где-то на пути в горке, то в горках уже знают, да, все, первый уже оштрафован, первого уже поймали, все, и все горки садятся на берегу и ждут. Вот патруль прошел, надо ждать, пока пройдет обратно. Патрулирование акватории в этом году будет усилено и продлится до осеннего ледостава. Большая и малая Обь будут под круглосуточным контролем. Дмитрий Усов, Владимир Зелинский, время Ямала, Салехард.